Королёв Роман. Сегодня наше утро начинается с того, что мы идем в магазин затариваться продуктами. Еще один пикник в национальном парке Секвойя у нас сегодня будет. Так, значит, мы купили немножко фруктов. Купили вот такие маринованные куриные грудки в соусе Джек Дэниелс. Сейчас выбираем мясо, которое будем жарить. Для примера, говяжий фарш стоит $7. Вырезка стоит говяжья $10. Так, вот здесь свинина лежит $4. Вот такая, это получается $5 такая штучка стоит. Все цены указаны за ЛБ. ЛБ это фунт. Фунт примерно 450... Ой, паунд. Фунт это примерно 450 грамм. О, вот, фетцер. Фетцер Гиверстрамине возьмем. Сок он стоит $7 за бутылочку. Вот возьмем одну такую Гивер. Короче, чувак на заправке, индус, узнал, что мы русские, хочет русских денег поменяться с нами. It's $1. How much? $1. Oh, no. А? You have some more or no? No, we have only dollars. Короче, они обменяли, да? Да, они поменяли русские деньги на доллар, да. Приехали на рынок, где можно попробовать и купить фрукты, которые растут прямо здесь. Вон, смотрите, эти деревья, на них растут персики. И вот эти персики потом сразу же сюда попадают. И сливы. Вот так вот растут персики. Прямо с обратной стороны этого садика. Видите, они еще зелененькие, но уже такие бархатистые. Вот. И вот здесь вот сразу же их продают. Вот в Калифорнии вот так вот фрукты продают, такие фермерские рынки. Вот, на столбе с визитками нашел свою старую визитку. Королёв Роман. Вот это мой старый сайт. Остановились на плантации апельсинов. Поесть настоящих калифорнийских апельсинов. Смотри, чтобы, главное, тебя зеленая мамба не укусила. Они обычно из веток вот так вот нападают на собирателей фруктов. Это кто, змея? Да, такая очень опасная. Оп! Первая остановка в национальном парке Секвойя. Национальный парк Секвойя известен тем, что здесь растут гигантские секвойи. Вот такие вот, например. Или вот такие. Знак. Как обычно. Мы идем вперед. Смотрите, какие шишки у секвойи. Это дерево. Как из сказки. Помните, там, где жили всякие эльфы? В дереве. Секвойя одна из самых здоровых деревьев в мире. По объему древесины. Потому что они очень широкие. У них большой диаметр. И очень высокие. Так, это наш хостел на эту ночь. Заходите, занимайте комнаты. Так, ух ты. Так, ну рассказывай. Все. Что тут? Вот. А там что? А там все. Дальше следующая комната. Ух ты, ё-моё. Вот это да. А, ну тут смотри, как все серьезно. Спасите! Да? Нет, не поможем. В этом лесу водятся медведи. Я их видел много раз здесь. Поваленные огромные секвойи. Они просто такие здоровые. А вот здесь одна секвойя лежит, упала несколько лет назад. Секвойя очень медленно гниет. Может быть, это дерево упало несколько сотен лет назад даже. Вот секвойя, видите, у нее кора такая? Мягкая. Прямо мягкая-мягкая, да? То есть можно ударить совершенно. Вот следы остаются, о, проминаются. Ну, не бейте. И для секвойи полезен пожар. Когда происходит пожар, она обгорает, вот как здесь, например. И потом, после пожара, она начинает корой затягивать. Затягивается дерево. И тем самым оно, получается, растет шире. То есть периодические пожары полезны для секвойи, для ее роста. И только после пожаров они начинают плодоносить. И в Калифорнии очень часто, ну, видели, наверное, в новостях, что в Калифорнии пожары, пожары. Вот это дерево генерала Шермана. Одно из самых массивных деревьев в мире. Массивных имеется в виду по объему древесины. Это самое большое дерево. Обхват 31 метр.
высота 90 метров, примерный вес 1500 тонн. По всему парку здесь стоят медвежьи контейнеры, да, которые ты не можешь открыть, если ты медведь. Вот, я открыл, я не медведь. Еще одна секвоя, правда, которая теперь уже лежит. Прорубили в ней такой проход, теперь людишки фотографируются внутри. А раньше-то что из нее делали? Вот, да, все делали, столы, да? Стулья, ну, как бы... Строение, наверное, использовали. Мебель. У них, короче, прикинь, такие пилы были по 15 метров длиной пила, и они ее пилили. Значит, если подходит медведь, а медведица с медвежатами, если они захотят покушать так же, как мы, значит, надо вот так всем встать быстро. Нет, вот так наорать? Это ерунда какая-то. Нет, мы должны и не убегать, самое главное. И быстро-быстро вином. Еду спрятать. Нужно в первую так. Очередь костром. Вот так надо сделать, тогда точно он свалит. Еще одна картоха пошла. Сейчас попробуем. Ты старше подумаешь, что сейчас мы увидим. Блин, вы что, офигели? Это киви, что ли? Что это такое? Я есть не буду. Не будет? Да, такая же картоха. Вернем в магазин. Отравить нас решил. Да, это то же самое. Давайте кого-то будем пытать. Не, ну это без вариантов, ребят. Не, давай ешь. Покажи, что это съедобно. Чернокожий. Что за гейскую картошку нам привез? Мы поджарили картоху. Гейскую. Гейскую, да. Она получилась вот такого цвета. Это киви, что ли, братан? Ешьте сами. Так, ну что, спасательная операция. Держимся группой. Снимаем медведя. Приехали в новое место. Моро Рок называется. В национальном парке Секвоя.